Привет! Сейчас мы почти сели на самолет до Бангкока. Самолет летит по небу. Самолет? Конечно, летит. Самолет летит вокруг света. Слева у меня Чирен, справа Лия. Мы трое сидим вместе. Чирен, смотри сюда. Все трое в одном кадре. Я присоединилась к старшим, а я сижу прямо между ними. Ты выглядишь сонной. Ты плохо спала ночью? Нет, я нормально спала. Перед тем, как прилетим, нужно поспать. Мы летим в Бангкок. Это была Еджи. Еджису. И Чирён. Мы направляемся в Бангкок. Мидзи, пока-пока. Прямо сейчас мы на пресс-конференции. Сейчас скажем это вместе. Мы на пресс-конференции. Начинаю нервничать, когда слышу такие крики людей. Я поправила свои волосы. Уверена, Мидзи это заметит. Я против света, я едва могу это видеть. Наконец-то встретились с Мидзи из Таиланда. Это делает нас счастливыми. Мы усердно тренировались с мыслями о том, что встретим завтра с вас снова. Надеюсь, вы с радостью уделите нам завтра время. В новом году мы бы хотели показать вам улучшенную, передовую версию себя. Мы хотим больше вырасти, как Идзи. Надеюсь, в следующем году мы станем ближе с Мидзи. В новом году будьте здоровы и счастливы. Встретимся после конференции. Мы закончили. Столько людей пришли увидеть нас. Я чувствовала там тепло. Сейчас мы идем в ночной магазин. Я уверена в этом. Вы ведь тоже пойдете? Мы здесь. Вы пришли? Вы пришли, Мидзи? Так миленько. Так нравится. Мы в ночном магазине. Мне нравится это место. Это как тематический парк. Я иду делать паспорт. Юна, подожди и увидишь. Мы пришли делать обложки на паспорт. Мы сделаем наши персональные. Будет весело. Если это будет делать другой человек, то получится красиво. Но если будешь делать ты, то получится смешно. У тебя нет выбора. Она сделает для тебя, и ты будешь пользоваться. Ты будешь нести паспорт в обложке, когда мы будем в аэропорту в следующий раз. Если я напишу Шин Юна, то это твоя обложка. На всех наших телефонах есть игра «Лестница». Еджи делает Чирён, Лия Рюджин, Рюджин Юни, Чирён Ли и Юна Еджи. Что ж, сегодня я буду делать обложку на паспорт Чирён. Класс, я так счастлива. Я доверяю Еджи. Еджи удивительно хороша в таких вещах. Погоди, что? Почему говоришь с такой интонацией? Еджи, приготовься удивляться. Я сделаю твою обложку.
Юна, сама приготовься. Ты делаешь мою? Юна, жду не дождусь. Ты ответственна за мою обложку. Конечно же, погода здесь не рождественская. Имею в виду, здесь не зима. Здесь жарко. Но с тех пор, как я побывала в таком месте, прошло немало времени. Хотя погода здесь теплее, чем в Корее. Не ощущается Рождество. Но потом вы смотрите на свет и декорации. Вау, хочу это! Да сейчас не время. Вау! Это прекрасно для Юны. Голограмма. Голограмма — фирменный стиль Айси. Это аутфит Еджи на выступлениях с Айси. Но сейчас я хочу сделать что-нибудь милое. Сделаем друг для друга милые обложки. Я делаю для Чирён. Нужно выбрать что-то нежное. Я сделаю тебе очень миленькую. У нас 10 минут. Мы должны быть быстрыми. Думаю, это будет прекрасно для Еджи. По моему мнению, это как раз для Еджи. Для Еджи. Нормально? Это совсем неплохо. Рюджин, что ты думаешь? Я делаю обложку для Рюджин. Я дала ей то, что я хочу. Я хочу сделать Юне много сердечек. Для Еджи. Буду делать в таком стиле. С короной. Но Еджи больше подойдет с лошадью. Я не хочу видеть спойлеры. Думаю, несколько лошадей все улучшат. Несколько? Разве не мило? Да, мне нравится. Ну нет, нет. Я сказала, что мне нравится, и она положила назад. Мне совсем нормально. Это не так имеет значение. Мне все нравится. Я знаю. Выбери один, а то мне аксессуары надо выбирать. Трудно выбирать, потому что ей нравится все. Вы не должны заставлять меня выбирать такие вещи. Эту. Зеленую. Я нашла Y. Но это не G. Я хочу найти G. Неважно где. Где же ты? Может, Еджи слишком просто? Может, написать Хван? Мисс Хван. Прошло уже 5 минут. Слишком мало времени. Нет. Буквы. Нужны буквы. Чирён заканчивает ее дизайн. Заканчивает первое. Я быстра во всем. И я превосходный дизайнер. Вы это видели в шоу «Идзи Идзи». Также вы видели мои свечи и другие проекты. Я, как дизайнер, имею маленькую комнатку. Думаю, это очень утонченно и мило. Я не смотрела там на многие вещи. Я выбрала только самые красивые и роскошные вещи. Держу пари, что все хотят получить обложку от меня. Они расстроились, когда не услышали моего имени. После того, как все остальные прикрепят, я выберу, добавлять мне их или нет. Я так долго выбирала это. Может, поставить их в середину? Осталась минута. Минута? Как так? Не могу поверить. Реально, нужно больше времени. Я все сделала. Я всегда заканчиваю первое. Ли Чирён первое. Я действительно выбрала роскошные вещи. Я смастерила для прекрасной Ли. У меня нюх на такие вещи. Рюджин заканчивает. Пишет «Who say» на обложке Юны.
Знаете, какие сейчас тенденции? Это тон на тон. Вы выбираете разные цвета с похожими тонами. Юна любит розовый. Она просила, чтобы у нее был такой цвет. В основном Юна как королева Юна. Это ее кличка. О, я вижу корону. Здесь много деталей, но это понравилось больше всего, потому что в ней было сердце. Но с короной выглядит как-то пусто. Юне нравятся чрезмерные вещи. Думаю, должно быть мило с короной. Когда я приложила, они хорошо подошли. Каждое украшение имеет значение. Я сделала обложку Рюджин, но не покажу, потому что она рядом со мной. Я пока не покажу. Думаю, ей понравится. Тем не менее, он немного необычный. Это нормально выглядит? Я также хочу прикрепить здесь лошадь. Это ведь мило. Еджи королева из королев. Я не осмотрела все здесь тщательно. Что у нас тут еще есть? Еджи не прикрепила Эйфелеву башню, потому что я сказала, что она мне нравится. Ну как? Неправильно. Неправильно? Нет? Скажите, что думаете? Выглядит круто. И этого Мишку. Мне не нравятся такие милые вещи. И это не нравится. Это мило, но это не в моем вкусе. Понимаете? Ищу что-нибудь, что понравится Чирён. Снежинки ведь не могут внезапно отвалиться. Представляю, как все мило сделали, учитывая, что это было давно. Жду не дождусь увидеть. Не покажу. Ты делаешь так долго, ты должна сделать шедевр. Неправда. Думаю, нормально. Мне нравится. Неплохо, да? Хван Еджи, отлично сработано, правда? Еджи делает дольше всех. Моя обложка делается дольше всех. Моя обложка потребовала больше всех усилий. Как мило это будет. Спасибо. Я все. Мы закончили делать обложки. Увидите их в следующем эпизоде. Скоро увидимся.